Столкнулся я еще с более серьезной бедой, пишет наш подписчик. Бан не помогает. Этот хейтер создает новый канал, а созданный вчера удаляет на ютубе каждый день. Забаним его сегодня, я получаю хейтинг от него завтра, с другого канала и так все время. Хотя явно это одно и то же лицо. Картинка канала одинаковая. Вот, понимаете, поймите одну простую вещь, что хейтеры пишут вам с одной целью, чтобы вы на это реагировали. А самая лучшая реакция – это отсутствие ее. То есть, если вы не будете замечать этого хейтера, то очень скоро ему надоест. Вот это четко и понятно. Еще больше есть информации про то, как бороться с хейтерами в нашем канале. Введите просто в поиске «Как бороться с хейтерами» и будет вам счастье. Пора-пора вам.